О, беда будет мериться поясом. У меня розовый. По женской самообороне. Но у меня красивый, как бы я выкидываю. Беда, покажи, что ты будешь делать, когда я тебя к стенке прижму. Сзади или спереди? Сзади или беспомощный. Ну вот. Итак, курсы женской самообороны от беды. Я взял его, вот так. Значит, подожди, я сейчас вспомню. Пожалуйста, можно звук, пожалуйста. Можно на фрикс посмотреть, там был семинар. Крафт-беда. Итак, значит, беда показывает технику самообороны. Короче, по ЖЖ не работает, так берем по яйцам. Еще раз. Я ничего не услышал, погоди ты. Самое простое, значит, это что? Мы берем и по яйцам. Так нельзя делать. Я знаю. Ты не хочешь, чтобы у твоей жертвы были синяки, потому что тебя тогда посадят. Я тебя убить хочу. Оп, по яйцам. Заговаривали зубы. Короче, а если все дошло до изнасилования, то расслабься, получай удовольствие. А если вы думаете, что я сейчас играл сцену, где пытался беду изнасиловать, то это будет... Нет. Это будет дуже.